Анатолий Карпов, студент экономического факультета Ленинградского университета, международный гроссмейстер и один из реальных претендентов на шахматную корону. Почему нет? Ну, это он усилил только, чтобы уравнять суверенность. Нет, ну хотя бы здесь получше после этого ходить. Меняет все это дело. После этого пешка проходная сильная. Ну хорошо, это имеет значение партия. Если... Что он как-то очень легко все это дело уравнял. Единственный способ уравнять, но во всяком случае. К трудной борьбе с Борисом Спасским Анатолий готовился не только за шахматной доской. Физическая подготовка тоже важна для шахматиста. Часы пущены. Матч претендентов начался. Вместе с ленинградцами за борьбой двух советских гроссмейстеров наблюдают тысячи любителей шахмат.